Мы находимся на очень статусном событии в офисе «Деловой России». Сегодня здесь 75-летие Победы, большой праздничный концерт. И, конечно, как всегда, у «Деловой России» очень много партнеров. Я рад представить одного из партнеров сегодняшнего вечера. Это бренд «Владислава Парфюм». Владислава, добрый вечер. Прежде всего, конечно, хотелось бы поздравить вас с праздником. Мы живем вот в условиях юбилейного года 75-летия. Расскажите, пожалуйста, вот про ваш бренд и какие вы используете запахи, натуральные, ненатуральные, и как давно этот бренд существует. Меня зовут Владислава Кочелаева. Я владелица двух торговых марок «Владислава Парфюм» и «Нейро Парфюм». Меня пригласили в качестве партнера. Мы уже давно дружим с Натальей Коневец, деловыми женщинами России. Я считаю, что это сильнейшая организация, которая представляет Россию также в ООН. Мой бренд единственный в России, который выпускает официальные промышленные партии парфюма, а также ароматы брендов. То есть селебрити, VIP-личности, организации, корпорации, компании. Наверное, самое важное – это сейчас возрождение парфюмерной культуры России. Дореволюционного наследия. Этим я занимаюсь уже 3 года. По этому поводу я была приглашена во Францию представлять Россию в феврале этого года. Мэр города Грасса – это всемирная столица парфюмерии мира.